Donc, ce serait mieux de passer à un peu à ta coopérative, en fait, c'est Maxime, называется. Почему? Потому что прочитала эту подкладку, которую мы видим на основной страничке, и хотела себе его скачать и посмотреть, что же это такое, что на сцене. Превратите любое видео в незабываемое незабываемое воспоминание, в котором вы будете с удовольствием делиться там, ну, совсем отличающим, да? Напоминаю, что это категория музыка и видео из магазина для Windows 8.1.17. Нажимаем на это приложение. Видим скриншоты, описание на украинском, 15 сцена, 3.7.4.1. Разные комментарии, конечно, слайды, каналы функционал, хорошо, но любой такой что. Да, и разные языки, но я понимаю, если у них есть, то у вас не языков, конечно, я такого с ним не видела. И тут, конечно, разработчики постарались. Ну, конечно, мы сейчас постараюсь именно издать. Вот, ну, нажимаем кнопку «Установить». Будем надеяться, что в плане пользования он настолько же удобный, как в плане языков. То есть, что это 108 языков. Тебе для разработки. Загружается наше приложение, устанавливается. Творить и захоплюйте видео, создать увлекательное видео, да? Выбрать видео, видео, где же мне выбрать? Я думаю, у меня хоть что-то будет здесь, видео. Или что, знаете, что я просто скачаю из YouTube любое видео и попробую с ним тогда что-то, ну, что-то придумать. Вот. Что же мы здесь видим? Нам предлагают немножко обрезать, да, чтобы было... Предлагают обрезать, да? Чтобы ставить на что-то такое, не знаю. Редактирование этого видео до сих пор я не поняла,
Что-то оно хотело нам показать, я не знаю. Музыка, завантаж, сохранить. Короче, что оно хотело нам этим сказать? Можно ли какой-то эффект добавить? Нет, просто можно обрезать видео. То есть в этом заключается его суть. Не знаю. Вот. Если нажать редактировать, вот мы видим вот какую-то вот такую картину, да? Разделить можно, да? Что еще можно сделать? Вот, разделили мы его. Отменить можно. Короче, честно. Вот, написано, да? Выберите самый интересный эпизод. Добавьте субтитры и музыку. И поделитесь с друзьями. То есть вот суть этого приложения. Как бы и все. Все, ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь на наши обновления. Будет все намного интереснее.